Что такое аукцион? Знаете ли вы, что такое аукцион? Аукцион – это специально созданная и организованная публичная торговая площадка, на которой происходит распродажа и осуществляются сделки купли-продажи путем ценовой борьбы между потенциальными покупателями. В результате предложения максимальной наибольшей цены человек становится победителем на тот или иной лот аукциона. Что такое лот? Лот – единица купли-продажи во время аукциона. В лот подбирается товар, одинаковый по качеству. Каждому лоту присваивается номер, под которым он заносится в каталог данного аукциона с указанием характеристик лота. Каждому лоту присваивается его начальная цена. Типы аукционов. Открытый аукцион. Аукцион, во время прохождения которого участники видят ставки всех своих оппонентов. Классический пример – английский открытый аукцион. Закрытый аукцион. Аукцион, во время прохождения которого участники не видят ставки своих оппонентов и не могут изменять свои ставки. Заявки подаются в закрытом виде в конвертах. По форме проведения аукционы делятся на два типа. Аукционы, проводимые в традиционной форме, очные, и электронные аукционы, дистанционные или онлайн. По способу проведения – аукционы на повышение и понижение цены. Повышение или понижение определяется шагом аукциона. Шаг аукциона – это установленный интервал, на который участник может увеличить ставку. Схема участия такова. Сначала нужно публично его анонсировать, затем принять заявки. Следующий шаг – рассмотрение заявок, торги и объявление результатов. Самые известные аукционные дома, специализирующиеся на произведениях искусства и антиквариате – Кристис, Сотбис и Филлипс. Их история берет начало еще в 18 веке. Но даже по сей день аукционы распродают самые дорогие в мире товары. К примеру, картина Пабло Пикассо «Певица Кабаре» была признана самой дорогой картиной, чья стоимость превысила 67 миллионов долларов.